Всем привет! Вы на канале «Вязаные истории», меня зовут Юлия. Это видео – третья завершающая часть по вязанию бабочки. В первых двух частях мы с вами связали основу, туловище, голову. Сейчас же займемся оформлением личика. Свяжем вот такую шапочку, усики и свяжем крылышки. Всю подробную информацию о необходимых материалах и всему прочему вы можете посмотреть в первой части, ссылку на которую я оставила в описании под видео. Если же у вас уже готова основа и вы связали все, что было до этого в предыдущих частях, то продолжаем дальше. Приятного вам вязания! Начинаем с самой объемной части, это крылышки. Их мы вяжем 4 штуки. После складываем по 2 крыла и обвязываем вместе. Покажу вам еще раз крылышки. Вот получается оно двойное. Начинаем вязать. Набираем 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая петля. Вяжем прибавку. Семь столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой столбик. Снова вяжем прибавку. Провязали. Получилось у нас 11 столбиков. Дальше набираем 2 воздушные петли. Вязание разворачиваем. И вязать начинаем со второй петли от крючка. Получается в первую воздушную петлю, которую набирали только что. Провязываем прибавку. Десять столбиков без накида. Второй ряд вяжем. Первый, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и провязываем прибавку в последний столбик. Одна воздушная петля, вязание разворачиваем. Вяжем снова прибавка. Третий ряд. 12 столбиков. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и провязываем прибавку. В третьем ряду у нас с вами получилось 16 столбиков. Набираем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и провязываем прибавку в первую воздушную петлю.
Дальше вяжем 16 столбиков без накида. Четвертый ряд. Первый столбик. 15. И 16 столбик. Получилось у нас сейчас 18 столбиков. Всего 4 ряда. Одну воздушную петлю провязываем, разворачиваем вязание, вяжем пятый ряд. Первую петлю пропускаем. Дальше вяжем убавку таким образом. Не за передние полупетельки, а вот так вытягиваем нити на крючок. В итоге на крючке 3 петли, я провязываю их вместе. Вот такую убавку. Дальше вяжем 14 столбиков. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и вяжем прибавку. Получилось у нас 17 столбиков. Вяжем 2 воздушные петли и разворачиваем вязание. Шестой ряд. Провязываем прибавку в первую воздушную петлю. Получается, во вторую петлю от крючка. Так назовем. Прибавка. 15 столбиков без накида. Первый. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, 14 и 15 столбик. Дальше провязываем убавку. Получилось у нас 18 столбиков в этом ряду. Воздушная петля. Вяжем 7 ряд. 17 столбиков без накида. 1, 2, 14, 15. 16, 17 и в последний столбик вяжем прибавку. Получилось у нас в этом ряду 19 столбиков. Набираем 2 воздушные петли, разворачиваем вязание, вяжем следующий ряд, 8. Провязываем прибавку во вторую петлю от крючка. Восемнадцать столбиков без накида. Первый, второй, 17, 18 столбик. И в последний провязываем прибавку. Получилось у нас сейчас 22 столбика без накида. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Вяжем следующий ряд, 9. Вяжем 21 столбик без накида. 1. 2. 20. 21. И в последний столбик вяжем прибавку. Получается в ряду 23 столбика. Воздушная петля, вязание разворачиваем, следующий 10 ряд провязываем без прибавок и убавок, просто 23 столбика без накида. Довязали этот ряд, воздушная петля, разворачиваем вязание, вяжем 11. Провязываем 22 столбика без накида. 1. 2. 21 столбик.
22 и вяжем прибавку. Воздушная петля. Получилось у нас сейчас 24 столбика. Разворачиваемся. Следующий ряд вяжем 12. Провязываем 22 столбика без накида. Убавка. Вяжем первый столбик. Второй. 21. 22 и убавка. Получилось у нас в этом ряду 23 столбика. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В 13 ряду вяжем убавка. 21 столбик без накида. Первый, второй, 20 и 21. Воздушная петля, разворачиваем вязание. У нас получилось сейчас 22 столбика. Следующий ряд. 16. Вяжем 17 столбиков без накида. 1. 2. И 17 столбик. Не довязываем ряд до конца. Вяжем соединительный столбик. И набираем 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Вяжем следующий ряд. 17 ряд, 21 столбик без накида. Начинаем вязать со второй петли от крючка. Первая петля, вторая, третья, четвертый столбик, пятый, 18, 19. 20 и 21. Воздушная петля. Провязали 21 столбик. Разворачиваем вязание. Следующий ряд 18. Провязываем 20 столбиков без накида. 1. 2. 18. 19. 20. И вяжем в последний столбик прибавку. Получилось 22 столбика в этом ряду. Воздушная петля. Разворачиваемся. Следующий ряд. 19. Провязываем 22 столбика без накида. 1. Довязали этот ряд до конца. Воздушная петля. Разворачиваемся. Следующий ряд 20. Провязываем убавку. Восемнадцать столбиков без накида. Первый, второй, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый и вяжем убавку. Получилось у нас в этом ряду 20 столбиков. Воздушная петля, вязание разворачиваем. В 21 ряду провязываем 18 столбиков без накида. Первый. Второй, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый и вяжем убавку. Получилось у нас сейчас в ряду 19 столбиков. Разворачиваем вязание, вяжем 22 ряд. Убавка. Пятнадцать столбиков без накида. Первый. Пятнадцатый и вяжем убавку. Воздушная петля. Получилось сейчас 17 столбиков. В следующем 23 ряду вяжем убавку. 13 столбиков без накида. Первый. 12. 13. И провязываем еще раз убавку. Воздушная петля. Получилось в этом ряду 15 столбиков. Разворачиваем вязание, вяжем следующий ряд, 24. Провязываем убавку. 11 столбиков без накида.
первый, десятый, одиннадцатый и вяжем убавку. Получилось 13 столбиков. Воздушная петля, разворачиваемся. 25 ряд, убавка, 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, вяжем убавку. Воздушная петля. Получилось 11 столбиков. Разворачиваемся. 26 ряд. Убавка. 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, убавка, получилось 9 столбиков. Разворачиваемся. 27 ряд, убавка, 5 столбиков, первый, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем убавку. Получилось 7 столбиков в ряду, воздушная петля, разворачиваемся, вяжем 28 ряд, убавка, 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Воздушная петля. В ряду получилось 6 столбиков. 29 ряд. Вяжем убавку. 2 столбика без накида. Первый, второй и убавку. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. 30 ряд. Провязываем убавку. 1 столбик без накида и 1 прибавку. Воздушная петля. Разворачиваемся. В 31 ряду вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй и провязываем убавку. Воздушная петля, разворачиваемся. В 32 ряду вяжем убавку. И в следующую петлю прибавку. Воздушная петля, разворачиваемся. 33 ряд, вяжем прибавку и убавку. Воздушная петля. Разворачиваемся. В 34 ряду вяжем убавку. 1 столбик без накида. Воздушная петля. Разворачиваемся. Теперь смотрите, вяжем 35 ряд. Провязываем 1 столбик без накида. Дальше я снова ввожу крючок в этот же столбик и вытягиваю нить, оставляя ее на крючке. Ввожу крючок в следующий столбик, вытягиваю нить. Получается 3 петли на крючке и провязываю их вместе. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. 36 ряд. Вяжем убавку. Воздушная петля. Разворачиваем вязание и следующую петлю просто провязываем соединительный столбик и воздушная петля. Все, крылышко у нас готово.
Так, мы связали два крылышка, теперь нужно их обвязать. Крылышки у нас не имеют стороны изнаночной и лицевой, они одинаковые, поэтому отличаются только обвязкой, когда уже складываем вместе. Первую пару крылышек я обвязываю, начиная с наружной стороны. То есть, вот, смотрите, я иду от краешка по наружной стороне обвязываю. И постепенно переходим к внутренней стороне, там, где они пришиваются к спинке, ну и вниз. А второй раз, вторую пару крылышек я обвязываю наоборот. Сначала иду по внутренней стороне, перехожу к наружной и так далее. Это для того, чтобы потом при пришивании было вот так, что лицевая сторона у нас внутри на одних, на одной паре крылышек и на второй. Вот. С этой стороны у меня осталась изнанка. Провязали здесь в конце воздушную петлю. Теперь складываем крылышки пополам. И начинаем обвязку, захватывая обе. Первый столбик. Сюда же сразу можно провязать второй. И поднимаемся выше. Сразу же хвостик я обвязываю. Второй. Также дальше третий. Четвертый, пятый, ну я надеюсь, что принцип здесь дальше понятен, то есть в каждый столбик делаем обвязку. Связывая их вместе. На вот таких местах я провязываю по 2 столбика. Я думаю, вы тоже сами это поймете, чтобы они сильно не заворачивались. То есть вот здесь я вяжу 2 столбика, вот здесь я вяжу 2 столбика. Также вот здесь на уголочке, здесь, здесь, здесь. И вот здесь тоже я вяжу по 2 столбика. Везде в остальных частях я вяжу по 1 столбику. Я думаю, тут уже дальше вы самостоятельно сможете провязать. Обвязать. Сейчас я провяжу еще 2 крылышка и потом покажу обвязку в другую сторону, как я делаю. Провязали еще одну пару крылышек, складываем их вместе. Получается, здесь уже мы берем также в той же точке начинаем, но в другую сторону вяжем. Во внутреннюю и потом переходим к наружной по обвязке. А так все абсолютно то же самое. Также на уголках вяжем по 2 столбика, во всех остальных участках по 1 столбику. После того, как сделаете обвязку, крылышки отпариваем, чтобы они не заворачивались. Не отпаривая тоже можно, но будет симпатичнее, если все-таки они будут прям идеально ровненькие. В общем, все, суть, я думаю, понятна. Идем так же, как и обвязывали первое. И будет у нас вот такие 2 крылышка. Крылышки связали, пока откладываем их в сторону. Теперь приступаем к вязанию вот этой шапочки. Пряжа персикового цвета. Начинаем с кольца амигуруми. В кольцо провязываем первый ряд, 6 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Затягиваем кольцо. Вяжем следующий второй ряд. 6 прибавок.
Первая прибавка. Далее вторая. И продолжаем до конца ряда. Всего должно получиться 12 столбиков без накида. Провязали. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида. Прибавка. И провязываем так до конца ряда. Всего 6 раз. В итоге получается 18 столбиков. В четвертом ряду провязываем 2 столбика без накида. Прибавка 6 раз. Первый, второй столбик. Прибавка и так далее. И дальше следующие ряды у нас каждый раз увеличивается на 1 столбик между прибавками. Вяжем так до 9 ряд. 7 столбиков без накида. Прибавка. Сейчас напишу вам на экране. Потому что, в принципе, схема здесь понятна. Я думаю, нет смысла постоянно показывать каждый этот ряд. Ориентируйтесь на схему на экране. Получается, 5 ряд мы вяжем 3 столбика без накида. Прибавка 6 раз. 6 ряд 4 столбика без накида, прибавка 6 раз и так далее. Встретимся мы с вами после того, как провяжем 9 рядов, 10 уже будем вязать вместе. Провязали 9 рядов, следующий ряд 10, провязываем 54 столбика без накида. В 11 ряду провязываем 8 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и вяжем прибавку. Довязываем так до конца ряда и получается в итоге 60 столбиков. Провязали. Следующие ряды 12, 13 и 14. Всего получается 3 ряда. Провязываем по 60 столбиков без накида. Провязали 3 ряда. Дальше вяжем следующий ряд 15. Вяжем 9 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик, прибавка. Провязываем так до конца ряда. Получается у нас всего 66 столбиков. И после следующие ряды с 16 по 23, это всего 8 рядов, провяжите по 66 столбиков без накида. Провязали 8 рядов, примеряем шапочку к голове. Сзади она у меня прям плотно соприкасается с шеей. Я не оставляю здесь расстояние, я прям так же и пришиваю. Сейчас покажу на примере первой моей готовой бабочки. Вот смотрите, вот прям плотненько, ровно с шеей. Примеряем. Если видно, что недостаточно этого размера, то провязываем еще дополнительно несколько рядов. Или наоборот, если слишком большая, то пару рядов распускаем. И вяжем теперь уже вот этот уголочек. Провязываем 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11. Соединительный столбик, воздушная петля,
вязание разворачиваем. Дальше провязываем, пропуская. Вот здесь у нас воздушная петля и соединительный столбик. Мы их пропускаем, вяжем сразу, начиная в третью, получается, петлю от крючка. Вот первая, вторая пропустили. В третью вяжем первый столбик, в следующую петлю второй, третий, четвертый. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и вяжем убавку. Получилось 10 столбиков. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Снова пропускаем первый, второй и начинаем вязать с третьего. Третий ряд. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязываем убавку. Получилось 8 столбиков. Воздушная петля. Разворачиваем вязание. В четвертом ряду вяжем убавку, начиная со второй петли от крючка. Убавку провязываю так же, как на крыльях делали. Дальше вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый и еще один раз провязываем убавку. Получается 6 столбиков. Разворачиваемся. Вяжем пятый ряд. Убавка. 2 столбика. И убавка. Получилось 4 столбика в ряду. Воздушная петля. Разворачиваемся. Шестой ряд. Провязываем 2 убавки. Воздушная петля, разворачиваем. Седьмой ряд, вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй, воздушная петля, разворачиваемся. И восьмой ряд, вяжем убавку. Воздушная петля и вытягиваем очень длинную ниточку для того, чтобы хватило ею пришить полностью весь этот паричок или шапочку к голове. Примеряем. Перед тем, как пришивать, мы сейчас еще сделаем утяжку на мордочке. Вот такая у нас получается деталь. Так, осталось еще связать усики. Первую я уже связала. Первую деталь, она выглядит вот так. Полностью набиваю наполнителем верхнюю часть и нижнюю часть. Сейчас мы ее будем вязать. Начинаем с розового цвета, делаем кольцо амигуруми. И в кольцо вяжем первый ряд. 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Кольцо затягиваем, вяжем следующий ряд второй. Подряд 6 прибавок.
Первая прибавка. Вторая. И так 6 раз. Следующий ряд, третий. Провязываем 3 столбика без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик. Второй. Третий. И вяжем прибавку. Довязываем так ряд до конца. Получается 15 столбиков. И следующий, четвертый и пятый ряд, провяжите 15 столбиков без накида. Провязали. В шестом ряду вяжем 3 столбика без накида, убавка. Повторяем так 3 раза. Первый столбик. Второй. Третий. Убавка. Вяжем так еще 2 раза. В итоге получается 12 столбиков. В следующем, седьмом ряду, вяжем подряд 6 убавок. Первая. Вторая. Третья. Пока что остановились, добавили наполнитель плотненько. И уже дальше довязываем еще 3 убавки. Последнюю убавку до конца я не довязываю, оставляю на крючке 2 петли. Будем менять нить на персиковую. Довязали 6 убавок. Меняем цвет нити на персиковый. И следующие 4 ряда провязываем персиковым цветом по 6 столбиков без накида. Хвостики я сразу ввязываю. В общем, вяжем 4 ряда. Деталь очень мелкая, поэтому показать прям так не смогу, но я надеюсь, что здесь все понятно. Довязали 4 ряда, в следующую петлю соединительный столбик. И ниточку вытягиваем подлиннее, будем пришивать усик к голове. Вяжем 2 такие детали, добавляем обязательно наполнитель. Все основные детали мы связали, переходим к оформлению. Для начала нужно сделать утяжку. Вводим иглу в шею, где переход у нас от персикового к белому, и выводим с наружной стороны глаза. Внизу оставляем хвостик. Дальше вводим иголочку с внутренней стороны глаза. И выводим в ту же точку на шее. Отступаем в сторону один столбик и снова вводим иглу, там же в шее, выводим со стороны второго глаза, с внешней стороны. И теперь вводим иглу с внутренней. Получается так же, как делали с первым глазом. Выводим в шеи. Теперь хорошенько подтягиваем ниточки. Смотрим, чтобы они были утянуты одинаково. Чтобы не получилось, что один глаз сильно утянут, а второй остался прежним. Подтягиваем, завязываем на узел на несколько и прячем хвостики в голове. Вот что у нас получилось. Дальше переходим к пришиванию шапочки в верхней части. Здесь уже, как говорил, полностью примыкается к шее. Здесь уже регулируйте, чтобы уголочек был ровно в серединке.
фиксируем все это иголочками и начинаем пришивать. Для начала я делаю стежок посерединке первой. И уже от этого стежка иду вверх. Захватываю один столбик. Довольно долгое занятие, потому что пришиваю абсолютно в каждый столбик, не пропуская ни одного, полностью по всей поверхности этой шапочки. Вот эти уголочки я оставляю остренькими. Я думаю, здесь уже принцип понятен. Так и идем в эту сторону, сзади, прям ровно с шеи, и возвращаемся опять на переднюю часть мордочки с другой стороны. Все пришили, вот что получилось. Теперь нужно пришить усики. Считаем, примерно показываю, конечно, можете пришивать, вдруг вам понравится какое-нибудь другое место больше, но вот я пришиваю, отсчитываю вверх, раз, два, так, три, четыре, пять, шесть, семь рядов, отмечаю булавочкой, также делаю с другой стороны. И между у меня получается 14 столбиков, между булавочками. Булавочка у меня идет центром. Я вот этот усик теперь пришиваю вокруг. У нас всего 6 петель на усике, получается 1, здесь 2, здесь 1 и здесь 2. Как-то так, вот примерно по такой схеме я пришиваю. Захватываю по стежку. Самое главное, смотрите, чтобы шовчик вот этот, где у нас была смена цвета, был сзади. Иначе, если он будет спереди, будет не очень симпатично. Все, таким образом пришиваем оба усика. Все, первая деталь готова. Теперь хвостик я вывожу сзади, между столбиков, сзади головы. Вот так. Потом пришиваю второй усик, также вывожу в эту же точку хвостик, завязываю их между собой и прячу внутри головы. Все пришили. Дальше для оформления я беру нить Yarnar Jeans. Она у нас состоит, по-моему, из 4 ниточек, кажется. Я ее разделяю и использую только одну. Начинаем делать бровки, реснички и носик. Вводим иголочку в стороне. Выводим сбоку глаза. Оставляем обязательно хвостик. Так, первая ресничка. То же самое делаем со второй стороны. И поднимаемся выше. Для того, чтобы сделать бровку. Бровка занимает у меня один всего лишь столбик. Вниз. И также делаем со второй стороны. Так, на один дальше надо. И переходим к носику. Так.
носик выводим между 7 и 8 рядом, то есть сначала 7 ряд, после посередке столбика 8 ряд. Делаем один стежок и на 1,5 стежка в сторону. Обратно и снова на 1,5 стежка в сторону. Так. И выводим теперь иглу в первоначальную точку, где оставался хвостик. Такая получилась мордочка. Хвостики завязываем между собой на узел и прячем в голове. Мордочка готова. Вторая получилась у меня немножко покрупнее, из-за того, что на камеру я вяжу свободнее. Теперь переходим к завершающей части. Нам нужно пришить крылышки. Крылышки у меня обвязка изнаночная идет, остается снаружи. А лицевая идет вовнутрь. То есть вот у меня лицевая сторона, и она пришивается к спинке лицевая. Сейчас мы с вами лицевой складываем вовнутрь. То есть с этой стороны изнаночная и с этой стороны изнаночная. Берем нить. Так, складываем их ровненько. Берем нить изнутри. Вводим. Оставляем хвостик. Такой приличный, чтобы хватило потом, чтобы его спрятать. И теперь начинаем прошивать, захватывая только верхнюю полупетлю. То есть внутренняя полупетля остается не прошитая. Она нам понадобится, чтобы за нее пришить к телу. Получается, мы сейчас делаем просто такой красивый верхний шовчик. За полупетельки верхние к нам. Так, вот смотрите, вот эти полупетли остаются не прошитыми. Все, идем так до верхней части. До самого верха я не иду, думаю, так достаточно. Еще раз прохожусь по крайней вот этой петельке, которую мы только что прошили. И в серединочку вводим иглу и выводим на другую сторону. Все, эта сторона у нас будет верхняя. Теперь нужно пришить вот так к туловищу. Закрепляем иголочкой одну сторону, иголочками. Находим серединку, чтобы все было ровненько. И начинаем закреплять только одну сторону. Вот таким образом прикалываем. Теперь одну сторону крыльев заворачиваем и начинаем пришивать за оставленные полупетельки. Получается, захватываем стежок на спинке. И захватываем полупетлю на крыле. На одном только. Мы, получается, сейчас сделаем два раза шов. С одной и со второй стороны. Все, также захватываем следующую полупетлю.
Дальше до последнего столбика нижнего. Теперь делаем такой хороший стежок. Сколько там? 0,5 сантиметра, наверное. И переходим на другую сторону. Иголочки можно убирать. Всю нить хорошо подтягиваем. И по такому же принципу мы теперь пришиваем вторую сторону. Я думаю, вам видно, да, что где-то я делаю тот же самый стежок на спинке, чтобы слишком не увеличивать площадь пришивания крыльев. Я в один стежок могу 2 раза ввести иголку именно на спине. Так, все готово, это тоже дошли. Теперь смотрите, чтобы крылья у меня вот так вот не болтались, я теперь пришиваю по вот этой части, примерно вот до этого момента пришиваю в бок. Покажу на вот этой. Видите, у меня пришита нижняя, средняя часть и пришит вот верхний краешек. Таким немножко полукругом вверх. Слишком сильно я не пришиваю, прям до плеча. Вот так. Стежочка 4 можно сделать. 4-5. Думаю, будет этого достаточно. Все, пришили, переходим сразу же к следующему, ко второму крылышку. В принципе, все. Думаю, этого достаточно. Теперь вводим иглу. Внутрь выводим где-нибудь между столбиков. Берем хвостик, который остался в начале, и также его выводим в эту же точку. Завязываем узелки и прячем в туловище хвостики. На этом все. Бабочки готовы. Вот так получилось. Выглядит бабочка сзади, что первая, что вторая. Я свои крылышки забыла отпарить. По-моему, я вам говорила. Очень надеюсь, что говорила об этом, то что их желательно отпарить. Видите, они вот, если не отпаривать, вот такие немножко кривоватые. Вот эти идеально ровные, потому что они уже под паром выровнялись. В принципе, бабочки получились одинаковые, за исключением размера. Но так всегда, когда я вижу на камеру, у меня получаются немножко крупнее игрушки. Все. Надеюсь, процесс вязания вам понравился, не был сильно сложным. Спасибо за совместно проведенное время. Увидимся с вами в следующих мастер-классах. Всем пока, до новых встреч!